Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня смотрим с вами серебряную барахолку, украшения из ваших шкатулочек, серебро и бижутерия. Доставка, напоминаю, в любую страну, Почта России, СДЭК Боксбери. Ссылочки все внизу под видео и на экране. Начнем мы с бижутерии и потом посмотрим серебро. Вот такое интересное оригинальное колечко. Искусственная бирюза, что-то здесь похожее на эмаль или на чернение такое. Кольцо идет безразмерное. Здесь разъединяете, можно побольше сделать. Цена у него 120 рублей. Интересная штучка такая. Так, еще одно колечко. Тоже под искусственную бирюзу. Какие-то здесь кристаллы. Также идет безразмерная. Можно разогнуть, подогнуть. Цена у него 270 рублей. Так, к этим колечкам, смотрите, можно подобрать вот такие серьги. Так, сейчас здесь сложная такая структура. Вот так это все заплетается. Длинные сережечки. Ну, вот, со второй точно так же. Также искусственная бирюза. Чернение. Цена у них 300 рублей. Здесь вот такой французский замочек на любую мочку. Все идет подвижное. Тоже очень оригинально. Так, и все это докомплектовать можно вот таким браслетиком. Тоже под старину такой сделан. Искусственная бирюза. Браслет полужесткий и цепочка на увеличение. Идет от 16 сантиметров, если прям впритык без цепочки, и 5 сантиметров цепочка на увеличение. Цена у него 200 рублей. Так, следующие объемные серьги Конго, имитация жемчуга. Ну, здесь, соответственно, на любую мочку. Так, диаметр 3,5 сантиметра. Так, сейчас цена у них 300 рублей. Объемные. Так, далее. Можно комплектом, можно раздельно. Смотрите, тоже идет имитация жемчуга. Колечко безразмерное, цена 350 рублей. Серьги идут съемные, трансформеры, съемная нижняя часть. Цена у них 250 рублей. Здесь по типу Конго, подвесочки жемчугом. Можно все снять, одеть какие-то другие. И крупное коктейльное колечко. Тоже безразмерное. Опять же, если докомплектовать, вот такой двойной браслет есть. Он не разъединяется. Здесь все вместе под один карабинчик. Также есть цепочка на увеличение. Длина от 18 и плюс 5 сантиметров сама цепочка. Цена браслета 300 рублей. Можно перекрутить, можно отдельно. Вот такая красотулечка. Так, следующие серьги у нас. Хороший подарок будет на следующий год. Год змеи у нас. Смотрите, шикарные вечерние серьги змея, куброчка. Идут на любую мочку и подвижная у них часть. Наверное, более все-таки вечерний вариант. Цена 550 рублей. Такие вот змеючки классные. Так, следующее колечко. Пружинка. Фаланговая объемная. Размер 18,5. Чтобы комфортно было. Ну, можно на 18 тоже попробовать. Цена 250 рублей. Колечко сгинается чуть-чуть. Такое оно вот тоже очень классно смотрится.
Можно чуть подрастянуть его на весь палец, тогда будет. Либо вот так. Так, следующие серьги. Тоже объемные такие какие-то. Очень стильно современные. Можно докомплектовать кольцом. Такой будет черно-белый стиль. Так, серьги у нас идут по цене 250 рублей. Здесь они, получается, пусетками. И вот эта нижняя часть подвижная. Очень объемно, очень круто смотрится. Мятый металл. И тут тоже сделано под черный родий. Так, колечко. 19 размер. Здесь фиксировано, неразъемное. Под какой-то черный, не знаю, агат. Цена у него 250 рублей. Тоже очень круто смотрится. Так, следующие серьги. Тоже, наверное, более на вечер. Вот такие у нас львы. Длинные серьги-кисти. Идут они пусетками. Цепочки все подвижные. Здесь под матовое серебро. Цепочки здесь одинарные, панцирные. Стоимость 150 рублей. В принципе, я думаю, со временем, если надоест, вот это можно снять. Цепочку самую длинную. И будут просто такие пусетки львята. Так, следующие серьги. Трендовые капли. Смотрите, сейчас очень актуально. И в серебре бывают, и в позолоте. Здесь у нас бижутерия. Объемные крупные капельки. Наш тефтах пусетки. Так, стоимость 320 рублей. Так, и что у нас из бижутерии последнего? Вот такой шикарный чокер в кристаллах. Очень интересная штучка. Весь усыпанный, шикарно переливается. Смотрите, он жесткий. Его можно как гривну сделать пошире. Можно поуже. Здесь, в принципе, у него магнитный замочек. Ну, как-то он не очень магнитится. По мне, он проще вот так его жестким сделать. И надевать поудобнее. Так, что стоит 250 рублей. Очень крутое ожерелье. Прям вообще шик. Такой немножко двигается. Так, по бижутерии все. Поехали, девчонки, в серебро. Так, новое колечко. С бирочкой тут все. Не ношенное, не нарушено. Размер 19. Вставка крупный кубический циркон. Цена у него 2000. Серебро идет радированное. Все тут с пробами. Прям новенькая. Так, далее. Тоже серебро. Здесь у нас идет с чернением. Заводскими бирочками. Это от циркона. Вставка жемчуг. Размер 18,5. Жемчуг такой, знаете, розоватый. Цена у него 1500. Следующее колечко тоже новенькое с бирочкой. Натуральный топаз. Почти на 1 карат. Тут все расписано. И серебро с радированием. 18 размер. Цена 2200. Так, далее колечко у нас. Новое не ношенное, но бирочка срезана. Бирочка в наличии. Вставка здесь натуральный аметист и цирконы. Размер 17,5. Цена 700 рублей. Аметист такой насыщенный. Так, натуральный жемчуг. Тоже новенькое колечко. Бирочка в наличии. Жемчуг и фианиты. Серебро идет с радированием. Цена 900 рублей. Пробы, это все тут везде есть на серебре. Так, цепь кордовая тройная.
с оксидированием, с чернением. Так, пробы тут. Пробы тут тоже, вот они все имеются. Замочек карабин. Длина 45 сантиметров, вес 6 грамм, цена 1200. Так, еще одно колечко, жемчуг натуральный, новенькое, не ношенное. Бирочка имеется, все есть. Натуральный жемчуг, размер 16,5, цена 800 рублей. Пробы, все стоит. Так, следующее колечко. Серебро, вставка здесь рубин. Так, 18,5 размер, цена 1950. Дополнительно, пробы тоже есть. Дополнительно, скорее, либо фианита, либо цирконы. Рубинчик крупный прям. Далее, колечко по серебро в позолоте, натуральный янтарь. Пробы все есть. Размер, сейчас, секунд, 21, цена 2860. Натуральный янтарь. Это, скорее всего, из старинных таких. Так, докомплектовать колечко можно вот такими серьгами. Серебро также в позолоте, натуральный янтарь. По весу чуть более 10 граммов. Цена у них 400. Пробы тоже все есть. Серьги подвижные. Так, следующий комплектик. Серебро с чернением. Ушки-цокотушки тут такие. Все новенькое идет с бирочками. Так, подвеска, вес 1,95, серьги 5,16. Цена комплекта 3500. Так, здесь на любую мочку скорее. Пробы тоже все стоят. Везде, на каждой серьге. Мушки подвижные. Так, ну, достаточно большая дужка. Пробы тоже все есть. И мушка подвижная. Так, еще один комплектик. Новенький он. Весь с бирочками, не тронуто. Так, здесь у нас ставки натуральный халцедон. Колечко 18. Вес серег 2,7. Халцедон и фианиты. Цена комплекта 1650. Серебро все с пробами. Ну, здесь прям новенькое, все заводское идет. Может быть, кому-то подарили, не подошло. Вот такая у нас сегодня барахолочка получилась. Еще раз. Доставка в любую страну. Почта России с ДЭК Боксбери. Ссылочки для заказа все внизу под видео. Отправляем все в подарочной упаковке. Можете сразу вручать. Вам спасибо, что смотрели. Ждем ваших комментариев. Всем пока-пока.